Слесарное дело – это физический труд. И мнение о том, что он не требует умственных затрат, в корне неверно. При изготовлении или ремонте, пусть даже простейшие детали, которые зачастую сочетают в себе несколько геометрических форм, требуется познание в математике, черчении, геометрии, материаловедении. Хороший слесарь должен иметь аналитический склад ума. Без этого невозможно определить причину неполадки и устранить ее. Взаимодействие механизма с электрикой, с приборами КИП-ИА, с программным обеспечением. Все это слесарь должен учитывать при ремонте оборудования. В слесарном теле нет шаблонного выполнения операции, но есть место для широты мысли и многовариантности. Работа слесаря-ремонтника на Алтайкоксе позволяет спокойно смотреть в завтрашний день, повышать квалификацию и идти вверх по карьерной лестнице.